В Совете Федерации предложили узаконить охотничьи домики и лесные избушки. Сенаторы провели совещание на эту тему с представителями профильных ведомств в Верхней Палате. Сегодня такие деревянные постройки никому не принадлежат. Там могут бесплатно заночевать охотники, лесники или рыбаки. Раньше по закону возводить избушки было можно, чем люди пользовались в некоторых случаях, уведомляя власть о том, где появится новый объект. Однако теперь лес является федеральной собственностью, и что-либо строить там без разрешения нельзя. По идее, избушки надо снести, однако не все поддерживают эту идею. Мне кажется, что государство заинтересовано в этой инфраструктуре, потому что это тоже определенное освоение лесов. Рано или поздно эта изба понадобится в качестве либо притушения лесных пожаров, либо там еще при каких-то ситуациях. Значит, для государства это, мы считаем, определенные недополученные доходы. Участники встречи предложили наделить регионы правом самим решать, кому позволять строительство таких объектов и определить собственников для уже существующих охотничьих домиков.